Региональные чемпионаты первенства по ММА из-за карантина по гриппу перенесли на неделю позже. Однако это нисколько не сказалось на подготовке спортсменов и уж точно не на качестве и зрелищности поединков. В областной федерации ММА прибавилось членов, и новичкам хотелось доказать, что они здесь не зря. Желаю всем без страха, чтобы ну и удачи всем. Уже с первых поединков стало понятно, что компромиссов не будет. Места в сборной Ульяновской области ограничены, и тут простой прогулкой не обойдешься. Тем более, что на носу чемпионаты первенства Поволжья. Основная часть боев завершилась досрочно. В финалах ребята колотили друг друга так, что порой казалось, они заклятые враги. В жизни же получалось иначе. Например, в финальный поединок двух 16-летних представителей клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре Алексея Шестопалова и Олега Телицына получился показательным. Выиграл более опытный Шестопалов. Он буквально вколотил своего одноклубника в канвас, а потом взял на болевой. Но ему для этого понадобилось полтора раунда. Неожиданно быстро закончилась схватка димитровградца Артема Канунникова и представителя «Пересвета» Трофима Мемишева. Бойца из города Атомщиков позиционировали как нокаутера, но уже через 15 секунд он сам был послан в нокдаун, после чего жителю села Чувашская решетка Барышского района не составило труда победно завершить этот бой болевым на руку и завоевать для своего клуба еще одну путевку на ПФО. Всего же барышцы увезли с этого турнира 7 медалей, а зрители и организаторы турнира были впечатлены уровнем бойцов и зрелищностью поединков. Все поединки, которые здесь проходят, намного ярче и намного зрелищнее, чем профессиональные поединки. Уже в ближайшие выходные сборная Ульяновской области из 16 человек вместе с тренерами отправится в Пензу на чемпионаты первенств Приволжского округа. Учитывая тот уровень, который спортсмены показали на региональном турнире, руководство федерации надеется на хороший результат.